С 1 июля за коммунальные услуги мы будем платить больше. Грядущее повышение тарифов сегодня обсуждали на заседании нового парламентского комитета по ЖКХ. В среднем по республике коммуналка подорожает на 4,6%. Максимальное повышение платы ожидает жителей Прионежского района на 8,6%. В Петрозаводске сумма вырастет на 8,4%, в Пряжинском районе на 6,7%. В Кондопоге, Сартовале и Каливальском районе максимальный рост тарифов на коммуналку от 3 до 5%. Остальным жителям республики нужно готовиться к тому, что сумма в их платежках увеличится на 5,9%.